Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы обсудим с вами, что значит сдать экспресс-анализы на венерологические заболевания. Ну, во-первых, не на все венерологические заболевания можно сдать экспресс-анализы. Однако сейчас появились достаточно неплохие для этого варианты. И они могут вполне использоваться для того, чтобы, первое, начать лечение острых процессов до того, как подходят подтверждающие лабораторные анализы, то есть прямо сегодня, прямо сейчас. Второе, они подходят для того, чтобы исключить такие неприятные и серьезные заболевания, как сифилис, СПИД, гепатиты, которые, так сказать, уже достаточно давно были привнесены в ваш организм, то есть заражение произошло давно. Без сомнения, на ранних стадиях по мазочку можно кое-что сказать уже, а вот по крови все-таки предпочтительно лабораторные анализы, особенно ПЦР-анализы крови, о которых есть отдельное видео на нашем сайте. Так вот, какие же экспресс-анализы на венерические заболевания существуют? Во-первых, существуют специальные реактивы, которые помогают определить такие заболевания, как сифилис, СПИД, гепатиты, Б и С. Кровь центрифугируется, смешивается с цветными реактивами. И если там есть антитела на данные заболевания, то реактив меняет цвет. Соответственно, вероятность такой диагностики, если от заражения прошло достаточно много времени, то есть от полугода и больше, не менее 90% на сегодняшний день. Если, ну, то, опять же, существуют совершенно разные там реактивы, есть российские, импортные и так далее. Если все-таки сроки ранние, это месяц, два, три, конечно, предпочтительнее делать лабораторный анализ. Можно сделать и экспресс-анализ, например, за 20-30 минут и получить какой-то ответ сразу, и дождаться на следующий день, например, лабораторных анализов. Так поступают многие пациенты. Кроме данных анализов, существует также экспресс-мазок. Экспресс-мазочек – это мазок на флору. Там можно увидеть ряд инфекций. Об этом, опять же, вы можете подробнее посмотреть на нашем YouTube-канале. Там можно увидеть, если коротко, такие заболевания, как гонорею или гонокок, трихомониаз. В ряде случаев можно увидеть также ключевые клетки, которые действуют как раз за гонореллу, и кандиду. Вот эти инфекции можно увидеть в обычном мазке, который окрашивается той же метиленовой синькой или парамоносковому гипсу. Вот это экспресс-анализы на венерические заболевания. Я также работал в клиниках, где используется метод иммунофлюоресценции. То есть, когда специальные окраски наносятся на мазок, и в специальном микроскопе возбудители светятся. Однако, ну вот по моему конкретному опыту работы, такие все-таки методы исследования, они на сегодняшний день уступают, причем очень серьезно, такому методу исследования, как полимеразная цепная реакция. В их проведении нет глобального смысла. Почему? Потому что, во-первых, сейчас ПЦР-анализ готовится буквально один день. То есть вы можете в течение одного дня полностью получить результат. Во-вторых, очень много ложноотрицательных и ложноположительных анализов методом вот как раз прямой иммунофлюоресценции. Поэтому такие методы не используются в настоящее время или используются больше с такой целью коммерческой пропаганды. Поэтому что можно сделать? Это, соответственно, первое, посмотреть такие заболевания, как сифилис, СПИД, гепатиты в крови, раз. Можно посмотреть мазок на такие инфекции, как гонорея, трихомонада, окрасить его парамоносковым гимзой или метиленовой синькой. Вот, соответственно, это основные экспресс-анализы на венерические заболевания. Учитывая, что, как я сказал, сейчас уже и более точная диагностика ПЦР и кровь на антитела на те же сифилис, ВИЧ, гепатиты делается в течение одного дня, то, в принципе, экспресс-анализа хватает для того, чтобы, первое, успокоить человека, второе, поставить предварительный диагноз ему,
Третье – начать лечение, если, например, у него гонорея и острый процесс. Поэтому экспресс-анализ на венерические заболевания используется и должны использоваться в практике венерологов. И вы можете обратиться для их изготовления в специализированными центрах. Если вам необходимо сдать экспресс-анализ на венерические заболевания в Москве, вы можете обращаться в наш медицинский центр платной КВД. У нас принимают грамотные венерологи, которые занимаются диагностикой и лечением венерических заболеваний. Ждем вас в нашей клинике, а также подписывайтесь на наш канал на YouTube и наш канал в Instagram. Спасибо за внимание.